автор, я не знаю, чи він буде сьогодні тут себе демонструвати, я його не знаю, особисто не знаю, але от, як на мене, він простими такими мазками, вони однотипні майже всі картини, він десь відобразив і мої відчуття. Ну, досить їсти Україну. Не можеш ти, якщо голодний завжди, наїстися чужою землею. Очень важно в моменте деоккупации Крыма и восстановления территориальной целостности Украины то, что там в России есть такие люди, как Сава, они есть, люди с правильной гражданской позицией. Это, в принципе, один из тех пунктов, который нам поможет деоккупировать Крым, я очень уверена, я еще раз хочу сказать ему спасибо. И профитный конструктив свободы. Чем больше будет таких вот художников в России, тем скорее, наверное, мы восстановим отношения между нашими странами. То преступление, которое было совершено путинским режимом против нашей страны, оно ставит след на многие десятилетия. Чтобы стереть вот это то, что произошло, очень важны такие с такой позиции. Я впевнений, що ми разом зможемо підтримувати.